Старая добрая сказка наполнилась новым смыслом и стала еще глубже. Клуб молодых инвалидов и их родителей «Грани» представил на суд зрителя свою постановку «Золушки». Это выступление по-своему особенное, ведь публика непростая. В рамках акции «Дети детям» историю Шарля Перро в стихах «Грани» рассказали воспитанникам Кохомской школы-интерната. Ну, то, что она в стихах, это, наверное, упрощало нам процесс репетиции. А репетировали мы, начиная с осени. Да, летом ребята получили сценарии, были распределены роли, и начиная с сентября мы начали репетировать. Главную героиню сыграла 13-летняя Маша Лебедева. Роль Золушки, на чью долю выпали серьезные жизненные испытания, девочке близка. Она и сама, подобно своей героине, каждый день учится быть сильной и терпеливой. Золушка, она грустная, веселая работница. Мы уже привыкли выступать перед зрителем, и я совсем не волнуюсь. Для этих актеров та или иная роль – это возможность прожить чужую судьбу, перешагнуть границы своих ограниченных возможностей. У Антона роль небольшая, зато именно из его уст звучит самая популярная фраза этой сказки. «Я не волшебник, я только учусь». Я играю мальчика Пажа. Мы вот со своими ребятами всегда эту сказку репетируем. Вот уже сколько раз репетировали, до этого играли. Приглашенные ребята сказку смотрели с интересом. И это неудивительно. От общей концепции до костюмов и декораций. Все подготовлено самими ребятами и их родителями. Мне все очень понравилось. В детстве моя любимая сказка была. Ну, несмотря на то, что дети были с ограниченными возможностями, все было очень здорово. К Новому году «Грани» готовят еще одну постановку. Это будет известная всеми любимая зимняя история. Какая конкретно, пока секрет. Увидеть сказку сможет любой желающий. Эти ребята всегда рады гостям и новым знакомствам. Приходите в гости к нам, поскорей, приходите в гости к нам. Сказку мы покажем вам, каждый здесь себе волшебница. Сказка тихо и темно, сказка чудно и чудно, сказка страшно и смешно. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.